Для нашей молодежи сегодняшнего дня надо очень часто и в литературе, и в личных беседах живым словом подчеркивать о патриотизме. Человек без высокой нравственности, а это и есть патриотизм, не может быть членом общества. Он безнравственный. Для него не имеет никакого значения те события, которые проходят внутри нашей страны, нашей республики, за ее рубежом, ближним и дальним. А вот высоконравственный человек, он грамотный, он культурный, он эти вопросы всегда пропускает через себя. Наша молодежь погрязла в паутине интернета. Я должен сказать, что я не отрицаю величайшие достижения наших ученых в электронике. Но сам интернет, нажатием кнопочек и готовые картинки, он не дает интеллекта, который должен получить каждый юноша, девушка из чтения книги. Книга – это учебник жизни. Она для меня вот в 90-летнем возрасте и до сегодняшнего дня как маяк –